Продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Ежедневно в Центр помощи беженцам неравнодушные жители приносят одежду, еду, предметы первой необходимости. К акции присоединились и сотрудники полиции. Скажем так, помогли, чем смогли. Вот, сопереживаем очень. Так что, ну, если чем-то поможет, будем очень рады. На общественном совете было принято решение совместно с полицией Одинцовского района оказать помощь жителям Донбасса. Все, вот сегодня мы как раз собрали эту помощь и привезли на пункт сбора. На пункт сбора привезли продукты, масло, крупы, стиральные порошки. Беженцам, которые сейчас находятся в регионе, требуется постоянная помощь, пока они еще не оформили документы и не решили вопрос с трудоустройством и жильем. Мы ждем всех желающих, благодарны те, которые до сих пор участвуют, и будем благодарны тем людям, которые принесут нам что-то. В округе стартовала акция «Школа плюс один». Волонтеры и все желающие могут помочь семьям беженцев, дети которых готовятся к 1 сентября. Специально для них соберут необходимые канцелярские товары. Мария Шматкова, Ольга Дмитриева, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова».